Не заметил. В Когалыме 8-летний мальчик попал под снегоуборочную машину. По предварительной информации Следственного комитета Югры, водитель грейдера не заметил ребенка и засыпал его снегом. Мальчик получил травму ноги, его госпитализировали. Как рассказали в мэрии Когалыма, ребенка прооперировали и для дальнейшего лечения перевели в Нижневартовскую больницу. Проводится проверка. Это уже не первое ЧП, которое связано со снегоуборочной техникой. На прошлой неделе, напомним, в Сургуте на улице Бажова трактор во время очистки двора переехал пенсионерку. Скорее всего, она переходила дорогу, когда водитель сдавал назад и попала в слепую зону. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в травматологической больнице. Возбуждено уголовное дело.